Охранника «Зимней вишни» заподозрили в отключении пожарной сигнализации. В Следственном комитете решается вопрос о задержании пятого подозреваемого по уголовному делу о пожаре в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом Ленте.ру сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В ходе расследования выяснилось, что сотрудник ЧОП при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях, отметила Петренко. По ее словам, задержанные допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании и собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации. Материалы по теме 0017 сегодня. Десятки детей погибли в Кемерове. Жертвами пожара в торговом центре уже стали 40 человек. Но их может быть большая новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.